250 рамок. Вот так получилось, да. На одного не зачета. Значит, пятое место. Навигатор. 523 килограмма 700 грамм. Четвертое место. Rocket Team. 691 килограмм. 650 грамм. Вот так вот. Значит, в номинации, значит, личной номинации, как она называется, общий вес, значит, третье место заняла команда Маценко, 734 килограмма, 40 грамм. Идем принимать награды. Так, деточки мои, значит, третье место, вот общий вес, вот общий вес, вот, вешайте. Медальки, дай, парни. Значит, награждаются почетными медальонами, дипломом, вот таким вот кубком. Так. Где ты? А. Так. Держите. Такой вот подарок тоже в хозяйстве пригодится. Вот. Хлопаем. Поторопились. Спасибо. Есть. Так, теперь дальше. Второе место в этой номинации завоевывает команда «Пираньи». 808 килограмм 70 грамм. Да. Видите, медаль. Диплом. Вам спасибо. Спасибо. Дядьки большие. И вот такое удилище вам сподовое на память. Фотографируемся. Вот он, ребята. Результатом 841 килограмм 450 грамм заняла команда «Авангард 16». Давай вам к тому дядьке, давай ему медали. Есть? А это подарок еще. Подарок за номинацию. Так. Номинация «Великолепная пятерка». Значит, так, великолепная пятерка. Давайте я буду призеров называть. Хорошо? Вот. А остальных, значит, остальные зачитаю. Значит, без призеров. Значит, команда «Рубин». 49,880. 5 рыб. Лопаем, да, не жалеем. Команда «РК Одесса», они же «Скарпы». 49,470. «Карпспот Сталинка» 50-530, «Навигатор» 48-520, «Маценко» 52-240 и третье место «Пираньи». Вызываем вас за награждением, значит, 54-340. Ой, не-не-не, ребята, извините, это результат, ошибочка. Сейчас, так. Извините. Вас обошли на повороте, сейчас поймете, почему я ошибся. Потому что вы у меня были на третьем месте. Потом вот за последние 10 минут вытащили карпа и амура по 13-12 килограмм. И они вас обошли. Вот. Поэтому третье место в номинации «Великолепная пятерка» заняла команда Rocket Team. 57 килограмм 330 грамм. За наградами.
Какой? Да? Дай ему пойди. Пойди, дай. Дай, давай. Сколько это было? Что, медаль нет? Не на двоих. Ребята, сейчас еще на приз. Варя, куда ты побежала? Вот это очень нужная вещь на рыбалке. Это зарядка для телефона. Посмотреть на меня и улыбаться. Второе место. Иди сюда. Варечка, иди сюда. 57 килограмм. 950 грамм. Спутавшим все карты. Команда «Навигатор». Ой, это как они, господи. Не забуду никак. Как они, как вы там называете? МЧС «Победу». Во. Поздравляю. Вы представляете, как мы переживали? Держите, будете заправлять телефон электричеством. Вы представляете, сколько у меня нервов? Да мог, ну он что-то маленький стал. А медали-то сейчас еще участникам. Все. Я думал, еще поздравят. Первое место с результатом 60 килограмм 750 грамм заняла команда «Авангард». Поздравляем. У меня всех больших капов. Мы больших оставим. Все нормально. Давай. Ой-ой-ой. Ну, ходите под навес. Что подарок? Хозяйство пригодится. Бойло варит. Бойло варит. Варя, упадешь. Губу слишком. Лопаем. Так, теперь самая моя любимая, самая у нас почетная, ну, у меня почетная, значит, номинация «Монстр карп Лыченки». Значит, так, результаты такие. РК «Одесса» лучшие карпы, 11470, карп-спот «Сталинка» 11810, «Навигатор» 11210, значит, так. Rocket Team 11970, Мунаценко 11160, Пираньи 11030 и третье место команда Рубин 12120. Так, держите вам такой подарок за мою любимую номинацию. Так он маленький, рыжий. Еще раз похлопали. Так. Второе место. На второе место рывком выскочила команда «Победун». 13 килограмм 730 грамм. Награждайте, идите награждайте. Ничего себе. Ничего себе. Я как медведь в 80-х. Так, медведи. Стойте, стойте. Будете шерсть мыть. Да у меня нет. Все? Спасибо. И победители в этой номинации опять «Авангард» с карпом 14 килограмм 600 грамм. Награждаем. Да, и опыт, все.
Три. Ничего себе, каждому домой, да? Так получилось все сделать. Это спорт. Нет, нет. Повезло с сектором, повезло с насадкой, повезло с прикормкой, повезло со всем. А это называется победитель. Так, теперь, это надо было, конечно, сделать раньше, я, честно, я вылетел из головы, ребята. Значит, я думаю, вы на меня не обидитесь, если я сейчас поздравлю нашего именинника, нашего уважаемого Валерия Николаевича Скорика с юбилеем. Днем рождения. Ему вчера было 55 лет, и он с нами. Выходите за нагородами. Поздравляю тебя, дорогой. Спасибо. Это тебе от нас. Спасибо. В езде снимай этих монстров под водой, на воде и везде. А еще раз, днем рождения. Так. А теперь номинации. Дополнительные номинации поощрительные. Так. Поощрительные дополнительные номинации, которые завоевали. Значит, по нашему мнению, за то, что команда выловила в течение рыбалки почти килограммового окуня, 2-килограммовую щуку, линь полкилограмма где-то, еще и карп кой красавчик на 4,5 килограмма. Команда «Навигатор», ну, я не вынужден их вас поздравить. Идите сюда. И вас тоже. Вау! Лёха, можно вас фотографировать? Фотографируйте. Где ваш третий? Так, значит, лучший старт. Значит, ситуация такая. Значит, я зафиксировал лучший старт команды. Фермер Скорпы рвется, ну вы же РК Одесса, правильно? РК Одесса. Значит, мне сказали, что в это же время поймала команда «Авангард». Ну так как «Авангарда» кубка уже хватит, я думаю, что РК Одесса, они не обидятся, РК Одесса мы наградим за лучший старт. Кого? Какое несчастье? Иди за медаль. Лопаем. Вот косая тоже была. Уйди отсюда. Мне медалька только не надо. Так, а кто стартанул все-таки? Кто вытащил первую рыбу у вас? Она. Значит, последнюю рыбу. По информации судейской бригады, значит, вы тянули в секторе 25, это у нас Rocket Steam. Выходи. А? Сход. Да, это сход был-то? А вы вытянули последний? Люди меня обманули. Тогда исправляем ошибку. Выходите. Будем вместе, да? Вместе? Так. Ну и... Так, теперь минуточку внимания. Значит, гран-при... нашего турнира в упорной борьбе выиграла команда КМК «Старики-разбойники». Хлопайте, хлопайте.
стесняйтесь. Результатом. Общий вес. 1 тонна 879 килограмм 40 грамм. Значит, средний вес, 6 лучших рыб команды. 68 килограмм 520 грамм. И лучший монстр 11 килограмм 750 грамм. Итого баллов. Первое место, второе место и второе место 5 баллов. Второе место. Хлопайте, хлопайте. Второе место. Команда «Киевлян», Киев. Значит, общий вес. 1 тонна 799 960. Значит, общие 6 лучших рыб. 75 килограмм 20 грамм. И лучший монстр, средний вес лучшего монстра, 13 килограмм 373 грамма. Почему не 4? Значит, 30 средний вес. Трех лучших карт. Итак, третье место. 3 балла, 1 балл и 1 балл. 5 баллов. Лучший общий вес, извините, у них. Значит, третье место. Хлопайте. Зовут Бугай Владислав. То есть мы представляем на сегодняшний день клуб «Старики-разбойники». Нам посчастливилось выступить на этом озере и победить в клубном зачете. Борьба была действительно очень такая интересная, насыщенная. Первый день удавалось ловить, потом, по крайней мере, нашей двойке. Потом озеро поменялось, хуже стало. Но в последнюю ночь мы попытались, вырвали неожиданно, честно говоря, неожиданно победу, потому что у нас одна двойка стояла, скажем так, не в самом удачном месте, и мы не думали, что мы будем первыми. Но в любом случае, спасибо большое озеру Трофейное за хорошую, сильную рыбу. Не удалось много потаскать крупной рыбы, крупная это я имею в виду там с 15, да? Но вот эти восьмерки, десятки, это очень сильные сазаны, очень интересные впечатления, масса впечатлений. Хотим еще раз сюда попасть. Спасибо за приглашение. Спасибо. Очередной чемпионат КМК закончился успешно. Эмоции положительные, голос сорвал. Все нормально. Рыбы наловили много. Прошло все без сучка и задоринки. Это уже какой был по счету? Это уже десятый. Пошла. Мелочь. Так что это наш традиционный. Один раз в год наш чемпионат проводится. В этом году в таком формате. Победила команда «Старики-разбойники» под предводительством Бугая и Скорика. Все сопротивлялись хорошо. Так что вот так. Спасибо. И Цезарь молодец. Спасибо. Еще раз всем огромное. Так, ну подожди. Через какое-то время успеем пойти дособираться, да? Так, пошли. Добрый день. Я думаю, что они помогут.